После аварийной Чернобыль Зарубина исследовали вдоль и поперек. И кому как не им знать о жутких мутантах, которые появились после катастрофы. Газеты до сих пор пишут о монстрах из речных глубин. Наблюдал сома длиной 5 метров. 5 метров длиной. Это легко было определить, потому что сом находился под решеткой стационарных садков, размером которая представляет собой 4 на 4 метра. И вот по диагонали он точно умещался под вот этой решеткой. А как же фотографии поросят с огромными глазами или вот эта видеозапись с ягненком о шести ногах? Кроме лишней пары ног, у этого агнца есть еще одна особенность. При более тщательном осмотре выяснилось, что он двуполый. Особенного ягненка животноводы не стали пускать под нож. И неудивительно, благодаря ему они прославились на весь мир. Новости о рождении все новых и новых мутантов приходят с пугающей регулярностью. Вот и недавно на свиноферме под Донецком на свет появилось невиданное животное. Поросенок с человеческим лицом. Поросенок урод. Вообще капец. Урод, урод. Экологи не удивляются. Трагедия на Чернобыльской АЭС – это бомба замедленного действия. Природа еще долго будет пожинать плоды этой катастрофы. Ой, 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 так страшно, назад оказались. А лапка сюда подать. Он уже помирает. И действительно, вскоре после этой видеосъемки поросенок-мутант скончался. Печальный исход всех нежизнеспособных особей. Хотя некоторые экземпляры выживают, как этот двуликий кот. Котята с такими мутациями рождались и прежде, но все умирали через несколько дней. А этого, несмотря на уродство, хозяева выходили. Ему уже 12 лет. Единственный в мире кот с двумя мордами внесен в книгу рекордов Гиннесса.